Здравствуйте, товарищи! Наконец-таки настал тот день, когда я получил свою новую багажную систему. И в этом видео сейчас мы сделаем с вами совместно раскоробкинг этой багажной системы. Буквально 5 минут назад принес мне ее курьер. Я по-быстрому тут соорудил все для видоса. Соответственно, будем сейчас ее вскрывать вместе с вами. У меня такая вот коробка. Большая. Блин, волнуюсь. К счастью, мне удалось продать кое-какие старые вещички на eBay и заказать себе эту систему для предстоящих мотопутешествий на своем ослике. Так, запакована она, я бы сказал так, очень приятно. Скотча не пожалели. Поэтому... Так, этот волнительный момент. Офигеть. Мне уже... Слушайте, ну прям красота. Так, достаем все из коробки, коробку убираем. И ставим все на стол. Так, не знаю даже с чего начать. Ладно, начнем вот с этих подсумков. Открываем. Вот такие вот подсумки с гермомешками. То есть они крепятся к основным сумкам. Это, кстати, опционально. То есть есть версия на 40 литров. Я не сказал, что это за багажная система. Это багажная система Moscomoto на 40 литров. То есть она продается 40 литров в двух вариантах. Вот с этими подсумками и без подсумков. Без подсумков она где-то на 100 евро дешевле. Ну, я заказал с подсумками. Сейчас все распакуем и, соответственно, все покажу, все расскажу. Так, второй подсумок. Сделано, я вам скажу, ребята, очень-очень качественно, очень так серьезно. Мне нравится. То есть первое впечатление — это прям исключительный позитивчик. Так, силикагель тут. Здесь у нас болтики, винтики, гаечки всякие, которые идут. Это четвертая версия, еще хочу упомянуть, самая актуальная на сегодняшний день. Потом у нас есть такая вот площадка, которая крепится сумка на 8 литров. Эту сумку можно заменить на 22 литра, то есть отдельно докупить по необходимости. Да, в принципе, можно сюда любую сумку поставить. То есть она вот такая, да, гермосумка. Что касается цвета, я решил заказать вот такой песочный цвет. Изначально был план заказать черный цвет, классический, но у меня, понимаете, у меня все время были мотоциклы черного цвета. Кофры черного цвета, сумки черного цвета. Меня черный цвет уже немножко подзаебал. А вот этот цвет, он будет отлично смотреться на моем новом мотоцикле, на красном. То есть охота чего-то такого, знаете, свежего и яркого. Поэтому это очень классный цвет, мне нравится. Так. В общем, это у нас получается задняя сумка. Типа центральный кофр. Естественно, ребят, кто не подписан на канал, можете подписаться. Я потом, когда все это дело соберу, установлю на мотоцикл, может быть, даже выйду куда-нибудь на природу, сниму еще отдельный видос, уже показать вам, как эта система будет смотреться непосредственно на моей Honda CRF 300 Rally. Сейчас это просто такой видос, распаковка, мои первые впечатления, ощущения. Так, вот боковые кофры. То есть тоже, сделаны они вообще качественно так. Вот такой материал массивный, прям вот реально для эндуро путешествий. Классно, мне нравится. И цвет я прям балдею от него. Класс. По сути, что у нас тут? Что мы имеем? Это две боковые сумки по 14 литров потом. И под... По 4 литра или по 2 литра, я не понял, насколько они тут.
по ощущениям, вроде на 2 литра. Это как бы подсумки, они крепятся к основным сумкам. Соответственно, ну, где-то должно быть 42-44 литра все в сумме. Да, потом я соберу всю свою ультралайт снарягу, запихну в эту систему и посмотрю, сколько у меня еще места останется. Это все, конечно, будет в следующих видео. Поэтому, ребята, еще раз, кому интересно, можете подписаться, жмакнуть на колокольчик. И в ближайшее время это все выйдет на моем канале. Ну, а пока можете просто порадоваться за меня и поставить лайк под этим видосом. Ну, или написать свой комментарий, дабы поддержать канал. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.